Шоппинг-влог. Приятного просмотра. Я в Кос. Очень классная осенняя коллекция. Обожаю. Вы только посмотрите, какая прелесть. Нежно-желтый оттенок. Куртки так и напрашивается на покупку. У меня таких цветов в гардеробе не было, но прям захотелось. Это всеми любимая куртка-рубашка на весну-осень из шерсти. Или ацела, 60% шерсти, 40% ляцел. Прям классненькая. Я люблю такие вещи, люблю теплую осень, поэтому прям очень мне нравится. На мне размер XS. Хорошо сидит. Слушайте, я хочу скупить все брюки в Кос, потому что это они невероятно стильные и классные. Я нашла вот такие бежевые. В прошлой серии я нахваливала серые, теперь нахваливаю эти. На мне размер 34, я подогнала их по талии, прекрасная длина, цвет супер. Единственный нюанс, они немножко просвечивают. Сейчас я хотела примерить джемпер, нашла только в размере S. Кстати, хочу примерить еще размер 36, посмотреть, как он сядет, этих же брюк. Что удивительно, это же модель, только серые, 36-е, мне не так велики, как эти 36-е. Что хочу сказать по поводу этого джемпера, он супер. Что можно сказать? 100% кашемир. Прекрасный, нежный, бежевый цвет. Мягкий, стильный, минималистичный. Обожаю. Вот так бы и ходила все время. Меняла бы цвета и все. Стильно, уютно. И комфортно. Ну как без сочетания бежевого и голубого? На мне сейчас рубашка из 100% хлопка, удлиненная, свободного кроя, на мне размер XS с таким одним нагрудным карманом, тонкий хлопок, чуть-чуть шуршит, такой острый воротничок, стильная, ничего лишнего, прекрасно, сочетабельно. Вот эта вещь, чисто стилевая изюминка, которую я бы с удовольствием приобрела. Еще одна классная вещь, это вот такой укороченный бомбер с одним нагрудным карманом из хлопка. А знаете, такое ощущение, как будто здесь шерсть, такая ткань, матовые кнопки, смотрится супер. Валю Кос. Смотрите, какие украшения стильные в серебряном металле. Прям мне очень понравился этот браслет, да и сережки. Сама не помню, как я оказалась в Макс Мари. И вышла с сумкой. Как думаете, с какой из этих?